тебя вырывают из контекста на неделю, погружают в совершенно другой контекст, и последующие там, несколько месяцев эффект кругов на воде. По сути, это глоток свежего воздуха. Общение, опять же, с регулятором, с коллегами, решение каких-то собственных проблем, обсуждение их. Поскольку ИБ – это сфера достаточно закрытая, и обсуждение проблем эффективно происходит только вот в тесной какой-то, ну, скажем, компании, да, когда это можно тет-а-тет рассказать, задать свой вопрос и получить ответ как от регулятора, так и, опять же, от коллег. От коллег никуда не денешься, потому что мы все вместе и на небольшом участке площади достаточно тесно все общаемся. Ну и плюс, безусловно, появляются какие-то новые контакты, которые позволяют там, более эффективно решать свои задачи. Уральский форум – это, наверное, такой тимбилдинг всех безопасников банковской сферы. Это, безусловно, очень полезное мероприятие для специалистов банковской отрасли. Коллеги, мы обращаемся ко всей отрасли. Ждем вас на Урале. До встречи в феврале.